На мой курс «Времена» сейчас действует скидка 50%. Ссылочку я оставлю в описании. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами заниматься Present Simple. Настоящее простое время. Время, на котором мы говорим изо дня в день. Каждый день я хожу за молоком, каждый день я учусь в школе, я изучаю английский раз в неделю, я регулярно хожу на плавание. Мы говорим о действии, которое повторяется регулярно, часто, иногда, может быть, оно никогда не повторяется. К примеру, я никогда не опаздываю. Ну что ж, еще раз напомню, как образуется это время. Все очень просто, оно так и называется, present simple, настоящее простое. Просто глагол ставим, либо глагол с окончанием s. Ну-ка напомните мне, когда нужно ставить окончание s? Когда he, she, it. Правильно. Итак. Чтобы натренировать специальные вопросы, нужно, естественно, их задавать. Еще раз напоминаю, что если в школе вы пишете, то это не самый лучший вариант, как выучить английский язык. На английском языке нужно говорить. Как говорить? Говорить самому. Поэтому сейчас я буду заставлять вас задавать мне вопросы. А знаете как? Я буду давать вам ответ. А вы на этот ответ должны задать вопрос. К примеру, I wake up at 6. Я просыпаюсь в 6. Вы должны задать вопрос, поставить на паузу и задать вопрос к моему ответу. Специальный вопрос. К примеру, когда ты просыпаешься? When do you wake up? Готовы? Тренируем наш мозг. Поехали. I have breakfast at 10 a.m. Ставь на паузу. Правильный ответ. When do you have breakfast? Когда ты завтракаешь? Кстати, перевод предложений не буду делать, потому что все эти слова мы брали на предыдущем видео. Вы должны были эти слова выучить, поэтому сейчас вы уже должны будете без моего перевода понимать, что я говорю. Буду переводить вопрос только. She studies English at home. She studies English at home. Правильный ответ. Where does she study English? Где она изучает английский? My friend studies English because he goes to the United States of America very soon. Еще раз. My friend studies English because she goes to America very soon. Мой друг, моя подруга, занимается английским языком, потому что она скоро едет в Америку. Задавай вопрос. Правильный ответ. Why does she study English? Почему она учит английский? I take my dog for a walk every evening. I take my dog for a walk every evening. Правильный ответ. When do you take your dog for a walk? When do you take your dog for a walk? I go to the swimming pool 3 times a month. I go to the swimming pool 3 times a month. Я хожу в бассейн 3 раза в неделю. Задаю вопрос, как часто? Как часто будет слово how often? Задай, пожалуйста, мне вопрос. Правильный ответ. How often do you go to the swimming pool? Не забывай, пожалуйста, do, does, вспомогательные глаголы. How often do you go to the swimming pool? She dances in a club every Saturday. She dances in a club every Saturday. Saturday – это суббота. Правильный ответ. When does she dance in a club? When does she dance in a club? They build houses every year. Они строят дома каждый год. Вопрос?
How often do they build houses? Либо when do they build houses? I drive to work at 11. Вопрос. What time do you drive to work? Во сколько? В котором часу? Либо when do you drive to work? I call my friends every day. I call my friends every day. How often do you call your friends? I learn English because I want to speak fluently. Я учу английский, потому что я хочу говорить бегло. Fluently. Выпишите слово бегло. Вопрос. Почему ты хочешь учить английский? Why do you want to learn English? Ну что ж, вот мы потренировались немножечко. Теперь я вам задаю вопросы, а вы отвечаете. What time does your father go to work? What time does your father go to work? Правильный ответ. My father goes to work at... И поставите время. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Usually I go to bed at... И ставим время. How often do you meet your friends? Как часто ты встречаешь друзей? Ответ. I meet my friends, к примеру, every Monday, every day, two times a week. Выберите слова, мы с вами проходили. Why do you like to learn English? Why do you like to learn English? Что вы мне интересно скажете? Ну, приведу пример. I like to learn English because, потому что, I want to live in America. Я хочу жить в Америке. Or, I want to study in the university. Я хочу учиться в университете. Or, because I want to have foreign friends. Потому что я хочу иметь иностранных друзей. Foreign friends. Иностранные друзья. Выпишите, пожалуйста. Because I want to understand English movies. Потому что я хочу понимать английские фильмы. Это новая лексика для вас. Вот, вы посмотрели кусочек из моего курса «Времена». Мы с вами берем все времена и тренируем говорение. Теперь вам больше не нужен репетитор, вы можете заниматься вместе со мной где угодно, потому что вы можете скачать данные курсы. На курс действует скидка 50% в течение всего месяца. Ссылочку я оставлю в описании. Давай заниматься вместе каждый день.